Ну что, ребята, всем салам, с вами я Султан, и вы на моем канале. Добро пожаловать на мое новое видео. Сейчас я вам хочу рассказать, что же будет из нового обновления в Real Per City. Так, поехали, ребята, сейчас детейлинг с вами покажу, что же будет в этой игре нового. Так, сейчас, ребята, едем с вами уже детейлинг. Сейчас вам покажу, что же будет из обновы. Кстати, ребята, спасибо вам большое, кто подписывается. Огромное вам спасибо. Так, сейчас я вам все покажу. Так, ребята, посмотрите, что же у нас находится в багажнике. Так, как у нас есть, ребята, сами автозвук в этой игре, собственно, мы можем свою музыку включить. У нас есть, ребята, сзади самбуфер. Вот, посмотрите, это у нас самбуфер активный, наверное. Ну да, ребята, неплохо сделано. Кстати, что же еще будет? Помимо самбуфера у нас, ребята, будут, собственно, магнитолы. Теперь можно даже покупать будет. Так, и дальше. Мультиплеера, ребята, мультиплеер, что касается играть по сети. К сожалению, ребята, у нас этого не будет. Но у нас будет самбуфер и автозвук. Так, сейчас поставим детали. Кстати, очень-очень хорошо, ребята, проработаны все детали. Даже видно, что тут движок карбюраторный, вот. Видите, да? Так, ну подвеска, ребята, у нас, в принципе, нормальная. Но что меня удивило, это, ребята, самбуфер, честно. Посмотрите, как он выглядит. Выглядит. Жаль, что тут нельзя открывать багажник, я бы вам показал бы его. Но он такой очень, такой большой, да не маленький самбуфер. Так, ну что, идем дальше. Так, ну что, ребята, едем дальше. Сейчас вам покажу, что же у нас будет, ребята, с ДПС. Сейчас поехали. Так, ну в принципе, еще у нас, кроме ДПС, ребята, будут еще, собственно, машины новые. Будет, ребята, Лада Ларгус, тут тоже будет присутствовать. Ну, короче, вы поняли. Присутствовать, вот. Так, тут у нас, ребята, будет Лада Ларгус и, собственно, я даже не знаю, даже какие там еще будут сейчас. Подождите, сейчас я почитаю, что тут написано у разработчика. Так, Лада Ларгус, я уже сказал, что у нас будет Лада Ларгус. И будет, ребята, у нас ВАЗ-2104. Четверка у нас будет в этой игре. Так, что касается патруля ДПС, ребята, у нас будут еще, в принципе, две машины. Даже, я вам даже вот так хочу сказать. Две машины будут, ребята, полицейские, потому что они будут тут стоять и возле нашего, собственно, дома, где мы с вами выезжаем всегда. Вот. Получается, тут и где вот... И, собственно, ребята, будут у нас еще помимо полиции, у нас, ребята, будет... Собственно, такси. Теперь мы даже можем, ребята, с вами заниматься, как вам сказать, службой такси, ребята. Теперь мы с вами будем зарабатывать денег. Вот. И что у нас еще будет? Теперь мы, ребята, будет у нас теперь в этой игре, короче, новые диски, ребята. Это будут торусы. Их даже можно менять даже по размеру, типа 17, 14, да, вот. И теперь можем даже с вами, ребята, выйти из машины. Это все, ребята, будет в апреле месяце, либо в мае, пока что еще неизвестно. Но разработчик, ребята, мне написал, что это все будет. Вот. Да. Конечно, ребята, тут нельзя почему-то фары включить, кроме ФСО. Но здесь, ребята, это все будет, потому что я читаю это, ребята, в Телеграме, что будет из нового обновления. Так что вот. В принципе, музыка у нас будет, две полиции машины, две полицейских машин тоже, ребята, будет. В принципе, новые диски тоже будут и самбуфер. Больше, ребята, у нас ничего нету из такого нового обновления. И еще две машины, это Лада Калина и четверка. И Лада Ларгус тоже будет присутствовать. Так, что касается заправки. Что касается заправки, ребята. Теперь мы с вами, ребята, будем ездить, заправлять машину, потому что эта игра будет такая реалистичная, вот, извиняюсь. Вот, например, заезжаем, выходим из машины, вид как бы у нас делается от первого лица, типа выходим, музыку типа включили, заправляем типа 92-й и дальше едем, вот, типа как-то так.
Кстати, еще хотел, ребята, вам сказать, что у нас теперь будет новая тонировка, а мы с вами менять ее, типа, как 5%, 25%, ну и так далее, ребят. В принципе, модельки, сама вот игра, в принципе, довольно-таки нормальная, вот. Ну, вот так вот даже можно даже посветить. Так, что касается этой заправки, ребята, это у нас непонятно какая заправка, но там у нас обычная, тут что-то там пишет. А, получается, вот, 95, вот, тут уже все написано. Вот, 56 рублей литр, 46 рублей литр. Что касается, ребята, вот этой рекламы, это, походу, у нас какая-то машина. Да, ребята, я даже знаю, что это за машина. Сейчас я вам покажу. Вот она. Вот. Это что, ребята, там написано. Вот, а мы вам показали, рассказали, что это за машина. Это 99-я, ребята. Кстати, эта машина есть в реальности. Да, ребята, такая реальная машина тоже есть в Махачкале. Прям даже такой раскраса, все так есть. Ну, она, наверное, скорее всего, наверное, у разработчика, наверное. Ну, честно, ребята, полиции не хватает. Немножко они, знаете, ну, такие. Штрафы даже не писают, даже за тонировку. Просто тонировку снимают и все. Так, тут, ребята, у нас нету ФСО, ничего нету. Обычная моделька 99-й машины. Ну, вот так вот можем. Так, следующее. Где у нас эта Лада Калина? Сейчас вам покажу, где она. Так, это у нас вот это. Так, это, ребята, у нас обычная Лада Калина хэтчбэк. У нас, ребята, скоро будет седан. И вот, собственно, вот, ребята. Что касается Лады Веста. Так, где у нас Лада Веста? Да? Это у нас Гранта. Вот, Лада Веста. К сожалению, ребята, на нее нельзя поставить спорт бампера, потому что у разработчика пока что, ребята, не было новости, что он будет это делать. Ну, честно, моделька, ребята, ужасная, честно, вообще ужасная. Честно, мне вообще она не нравится. Более-менее, как Приора, Лада Калина, там не очень нравится. Какие-то тут колеса, шины, блин. Честно, странная моделька, ее бы надо бы переделать как-то, разработчику. Ничего себе, это да. Так, заезжаем, ребята, автомастерскую. Сейчас посмотрим, можно ли тут поставить бампера. Так, вот, ребята, какие-то тут детали. Ну, эти, ребята, такие же обычные детали. Ничего не меняется. Так, ну, черный цвет. Честно, я бы хотел белый сюда. Лада Веста Спортлайн. Вот, вообще тема, да. Ну, и тут спорт, бампера, спорт поставить. Так это вообще... Ну, в принципе, вот что, ребята, вот... Что было в этой игре, то она, ребята, будет лучше. Что было вот на данный момент, взять год назад, когда мы играли с этой игрой, помните, да, я вам снимал даже, да? Это, ребята, две большие разницы. Сейчас игра, честно, поменялась, даже приятно уже стало играть. И, честно, ребята, я хочу, чтобы она была тоже на ПК, и лучше там графика намного, чем на телефоне будет играть. Да, ну, к сожалению, ребята, на ней нельзя играть на ПК, но, наверное, в скором времени это все будет. Ну что, ребята, вот на этом все. Если вам понравился этот ролик, поставьте, ребята, в комментарии, лайки, короче, все дела вот эти поставьте, ребята, вот все эти моменты сделайте. Да, ребята, скоро будет самый лучший подписчик на моем канале. Не забудьте, ребята, включить колокольчик, поставить лайк и написать свой топовый комментарий. Вы попадете ко мне в следующий новый ролик. Следующий ролик, ребята, будет уже с обновлением Real Upper City. Вот. Ну что, ребята, всем пока-пока.